это выступление решало судьбу золотых медалей в парном катании на мировом первенстве фигуристов в Братиславе. Произвольную программу исполняют Ирина Роднина и Александр Зайцев. Во второй части композиции внезапно пропало музыкальное сопровождение. Без малейшей задержки советские фигуристы с блеском продолжили выступление. Мнение судейской коллегии было единодушным. Роднина и Зайцев – чемпионы мира в парном катании.